Всем привет! Шепот Дуалина — это у нас следующий соперник в картах в испытании в таверне. Давайте начнем с дружеской дуэли. Разумеется, цель испытания — одержите победу за 5 раундов и одержите, потеряв персонажей менее 2 раз. Это одного персонажа я могу потерять всего лишь. Да, кстати, напоминаю, что у нас колода также поменялась. В эту колоду вошли все побежденные соперники. Вот единственное, что я не поменял основную колоду, основные карты поддержки. Ух ты, 20! Значит, будет 30 на тяжелом уровне сложности, да? Жесть! Ладно, давайте начнем с манифестации. Мы не пробовали ее в бою, но хочется посмотреть, на что она способна. Или он... Так, это же лектор, да? То есть, ну давайте, ладно, я рискну. В принципе, это легкая дуэль, я думаю, мы сможем справиться без труда. И, ну, вот только дайсы, как обычно, не падают. Пассивный навык. У них у всех пассивные навыки. Так, падающая платформа. Финальная фаза, ваш активный персонаж получает коллапс. Что? Получает персонаж в этом состоянии? Не знаешь, как это работает, но я ударю просто... Вот так вот. Ой, Тимми забыл, ребят. Ну, видите, вот немножко расслабился, и на тебе. А, но он будет бить у нас этим, я понял. Выветривание и так далее, всякое тому подобное. Короче, так, убираем помощника, это неинтересно. А, вот эти карты надо на самом деле убрать. Отредактирую потом колоду, а сейчас давайте как раз эту штуку и используем. В принципе, она мне и не нужна. На тебе. О, у нас еще остается так-то неплохо. 2 дайса, которые я не могу потратить нормально. Ух ты, а как он так начинает бить? Нифига себе, это особенность Дуалина? Любую карту может бить, вне зависимости какая активная. Что? Ладно, я скипаю. Окей, я буду знать. Прикольная тема, но надо привыкнуть. Да, он вообще, по-моему, всех бьет. Это нормально? Сколько ходов у него было? Я не заметил. Ой, жесть. Так, еще какая-то штука появилась. Или это та же пассивка? Нет, смотрите, это коллапс. Тот самый. Ребят, не знаю, как он работает, без понятия. Очень много огня, но есть ли смысл в этом? Хотя, на самом деле, я бы перешел бы. Да, давайте попробуем. Давайте попробуем, рискнем, скажем, да? Ну, опять один огонь. Вы что, серьезно, что ли? Ну, что мне с этим делать-то? Я хотел так-то ульту использовать. Вообще, на самом деле, я бы, знаете, что сделал бы? Сколько ульта она носит? Минус 2, да? Ну, это не особо круто. Давайте вот так вот котелочек. Одной карты не хватает. Ну, здесь, я думаю, просто скипнем вот эту. Ударим. Ультой минус 5! Ну, это, конечно, круто. Безусловно. Но это всего лишь легкая дуэль, потому что в тяжелой схватке такого, к сожалению, не будет. Минус 4 и ульта. Я думаю, что мы, кстати, увидим с большой вероятностью, как это работает. Минус 4, минус 2. Ну, понятно. То есть вы хотите, чтобы я использовал все... Ладно, давайте так. Угу. На самом деле, я бы хотел бы ударить и в следующем ходу закончить. Или это не стоит делать? Ладно, рискнем. Давайте рискнем. Да, может, вообще не получится. Я тебя понял. Карта просто в никуда. Спасибо тебе большое. Но это... О, нет, смотрите. Так, окей, тогда мы делаем вот так вот и бьем вот так. Он будет бить, да? С ульты еще, скажи. Элементный навык. Как хорошо, что он не бьет по манифестации. Это бы было вообще жутко. Мой ход. Да мне, в принципе, все, скрывать больше нечего, давайте. Безумно. Нет, я эту карту Дуалина поставлю себе в колоду, если что. Опять обычная атака, вы что, серьезно? Он может всю колоду перебить один. Ну, 20 хп, это ненормально. Как мне 30-то уничтожать, вообще без понятия. Вот, так, Катерины мне, к сожалению, нет. Надо будет ее поставить, если ее в она в колоде отсутствует. Надо будет посмотреть. Третий раунд, и мы завершаем, смотрите. Единственное, что, скорее всего, мы потеряем одну карту. С большой вероятностью. Ой, надо было это тоже перебросить. А, пошло. Понеслось, как говорится. О, ну хотя, в принципе, есть у нас 3 дайса. Мы, скорее всего, должны завершить все это быстро. Тимми пришел, и это... Финальное... Да, финал, ребят. Мы ни одну карту не потеряли. А, ссылку на колоду, конечно же, я оставлю в описании к этому видео. Но это было слишком просто. Безусловно, следующая битва будет безумно сложной.
Но у нас теперь есть сам Дуалин, если что, имейте в виду. Было бы классно от него реплику сейчас услышать. К сожалению, такого не будет. Но на этом все, ребят. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца. И обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Пока.